Пап, ты когда придешь? Я сегодня на дежурство. Меня сегодня не будет, я тебе говорил. Ну да, я забыл про твое дежурство, и что? Никит, я вчера тебе об этом говорил. А как у тебя вообще с памятью-то? Фу, слушай, пап, я не курю, я ничего не принимаю такого. Я ничего плохого не делаю, все нормально. Просто дай денег. Я в магазин тебе давал. Ты куда их дел? Пап, ты что, в магазине потратил? Мы что, едим-то? Ну да, точно. А у тебя с памятью-то как? С головой вообще? Нормально. Дай мне просчитать, что тебе там написали. Ты о чем? Ну, анализы. Анализы? Подожди-ка. Ну, держи. Анализы? Я уже опаздываю. Давай завтра об этом поговорим. Завтра поговорим? Все нормально будет. Приемная. Везите. О, молодые, припозднились. Да, припозднились. С благом делать нечего. Они черти куда, с утра пораньше. Поперлись какую-то мебель приглядывать. Ну, а много вы там наглядели. В чем наглядели? Нахватали ерунды всякой, как вороны. Образцы ткани остались здесь. Да, мне их нужно здесь разложить, конечно, я буду рассматривать. В ординаторскую отнесу. Давай. Медовый месяц, да? Ой, вроде медовый. Ой, как хорошо. Нинка, это очень хорошо. Пока медовый. Ой, Поля, я уже боюсь говорить. А что здесь делаешь на регистратуре? Я Янку Шамарину заменяла. Ночную? Да. Ну все, я пришла, иди. А хочешь, тебя тоже заменю? Это все интересно. Это откуда такая самоотверженность? С чего бы это? Так. О, клиент пошел. Ага. Кого везут? Собака порвала, Куликов принимает. 5 минут, Поль, переоденься. Давай, давай, давай. Сергей Анатольевич, ваши рваные раны привезли. Домой еще, не болтайся тут. Как зашьют, сам приеду. Матери ничего не говори пока. Во вторую смотровую его. Так, да. Спокойно, лежим, больной. Макса загони в гараж, чтоб на улице не оставался. Пап, ну мама не разрешает, только если с тобой. Ты мужик или баба? 2 квартала до гаража не доедешь, что ли? Все, вам сюда нельзя. Ну. Мать будет спрашивать, молчи, а то прибью. Здравствуйте, мне нужен Петр Викторович Пастухов. Здравствуйте, а вас что? Направление, вот. Мне сказали к нему подойти. Ну, пойдемте, я вас провожу. Не нужно, заступай. Спасибо. Маша? Идемте, идемте. Гиря! Вот, пожалуйста. О, отлично, спасибо. Так, пальцем пошевелите. Ясно, сухожилия порваны. Надо поглубже посмотреть. Подготовьте больного, сделаем под местным. Падла! Простите? Собака! Из-за угла набросилась, прямо в нашем дворе. Я пацана своего поучить ездить хотел, мотоцикл пригнал. Она, видать, только и ждала. Кстати, о собаке. Надо на бешенство проверить. Где она сейчас? Придушил я ее. А вы молодому человеку про кого-то Макса говорили. А это кто? Димке, что ли, сыну? А, понял. Макс — это мотоцикл. Он меня не укусит. Угу. Ждите. Сейчас мы его найдем. Я понял, сегодня за Михаил. О, хорошо, спасибо. А вот и Петр Викторович. Здравствуйте. Петр Викторович, к вам лично. Больной с направлением. Что за направление? Я не больной. Извините. Я интерн. Иванов Ян Александрович. Вот. Ну, хорошо, пойдемте. Удачи. До свидания.
Пальцами пошевелите. Ты осторожней. Но на некоторое время чувствительность пальцев может снизиться, потом пройдет. За руль-то смогу я? Сможете. Когда швы снимут? Через пару недель. У нас до завтра побудете. Потом домой. Лучше постельный режим. Погодку жалко. Не понял? Я же на мотоцикле. А, вы же у нас на мотоцикле. А что такое? Да ничего. Резкий вы тип. Собаку придушили, на сына он как орали. Поспокойнее надо. Ага. Собаку сосед гад натравил. Мы в контракт с ним. А на сына орал. Это уж, знаешь, всяк по-своему. У тебя сын есть, доктор? Так, спокойней. Я шью. Есть. Вот с ним и сюсюкайся. Мы уж как-нибудь сами. Она, короче, говорит, что вообще ее не знает, никогда не видел. Я тебе серьезно говорю. Она ну, говорит... Ну куда прешь? Ой, Никита, здорово. Извини, не узнал. Здорово. Привет. Слушай, мне Митей сказал, что у тебя это... Мать умерла. Ну да. Никит, Никит, стой, стой. У тебя что, правда мать умерла? Угу. Ну ты, если хочешь, там пойдем. Посидим, выпьем. Ребята хорошие, все организуют. А пошли. Пойдем. Ходите. Коллеги, Константин. Да, да. Это наш новый интерн Ян Александрович Иванов. Здравствуйте. С отличием окончил первый мед. Ух ты, какой молодец. Ну и кто же будет повелевать Джину? Непосредственным руководителем интерна будет Марина Владимировна. Не-не-не. Ну, Марина Владимировна только что вышла на работу, и это будет не очень удобно. Тогда это будет Константин Германович. Благодарю за доверие, Петр Викторович. Я уверен, мы поладим. Михалыч, там везут какой-то кошмар. Значит, там мотоциклист весь переломанный, и у него внутреннее обезглавливание. Внутреннее обезглавливание – это не наш профиль, Нина. Сочетную травму надо или хотя бы к Шейнману. Согласен. Сейчас разберемся. Санчик, а что такое внутреннее обезглавливание? Это когда голова отделяется от позвоночника и висит на мышцах, Константин Германович. Точно, точно, Петр Викторович. Совсем забыл. Да. А как это оперируют? К сожалению, я думаю, его не довезут живым. Простите, пожалуйста, я читал, такие операции делают, только очень нужно быстро доставить. Профессор Нарочинский делал несколько таких операций. Всего дважды. Сюда идите. А профессор Нарочинский... Это мой отец. Ну, я так и думал. Что, все заняты? И куда его? Слушайте, сочетанные все оперируют. Все заняты. Может, нейро? Да какой нейро? Там же множество переломов. Еще не понятно, что внутри. Давайте к Иващенко. Да нет, слушай, Петь, давай. Две бригады хирургические, бригада анестезиологов. Давай, войдем в историю отечественной хирургии. Олег, надо посмотреть. Вон везут уже. Дорогу! Похоже, что внутреннее. Да знаем, подробности какие. Шлем под бампером застрял. Тело дальше поехало, и прям так раз. Давай, давайте мне шею сложилось. А мы тут же ехали, остановились почти одновременно. Я подбегаю, он еще в сознании. Шлем открываю, а он, не трогайте, мне голову оторвало. И отъехал. Нина, вызывай рентген противошоковый. Марина, займитесь ногами. Артерии порваны, кровь нужна. Костя, на кровь. Экспресс на группу, еще две пробирки. Я шею щупаю, там обломки. Атланты, второй позвонок, прямо в руках рашатся. Сергей, спили ему шлем трепанционной пилой, чтобы голова не шелохнулась. Сделаем. Мы сейчас с Брагиным подойдем. Петр Викторович, я... Салам, остаешься с новеньким на приеме. Женя, кого-нибудь из своих в операционную готовьтесь. Вычет? Мне бит гордый. Да, парни, там еще та слово. При пальпации подвздошный гребень смещается. Ух ты, ничего себе мозаика. Пошли собирай конструктор. Да ладно, пойдем. Ну что, служивый? Открыл сезон, догнал? Ой, отлично. Нарушитель, молодец. Ты че? Да когда за ним ехал, газель зацепил, зеркало сбил. Пусть ребят посмотрят. Ребят! У этого с плечом что? Чего растерялись-то, Ян Александрович? Давайте, приступайте. Да, с первым пациентом. Пойдемте посмотрим. Серег, как у Никиты дела?
Да, как может быть? И обо мне, по-моему, догадывается. Замкнулся, депрессует. Можно ее психолога затравить, а? Да не, не надо. Обидится, у нас совсем разладится. Посмотрим. Пацаны! Пацаны, я еще принес. О! Давай. Ну что, встреча? О, брат, был. Давай. Никитос! Никитос! Давай, харя придуряться-то, ну! Молодчиш! Вставай! Чё ты? Рваные раны голени, открытый перелом берцовых костей, перелом подвздошной кости смещения в районе гребня, повреждение подколенных артерий и, возможно, внутренних органов. Но самое главное, что основание черепа практически отделено от позвоночного столба, плюс оскольчатые переломы в шейном отделе. Слушайте, самая жопа – это голова. В России методик по проведению таких операций не разработана. А что разрабатывать, если выживаемость после таких травм нулевая? Профессор Нарочинский же делал такие операции. Вам отец что-нибудь рассказывал? Ну, давайте без богатого внутреннего мира. Больной уже на столе. Да, рассказывал. Я вообще-то и сама изучала этот вопрос очень внимательно. Во всем мире считанные разы проводились такие операции. Только дважды закончилось без полного паралича. Без паралича для Ильича. Давайте. Странное решение, Вера Георгиевна. В чем дело? Эту операцию должны были проводить у меня. У вас ни методики, ни хирургов. Хотя есть, конечно, Брагин. Там помимо Брагина. Я не понимаю, каким образом у вас зав по хирургии Пастухов, а не Брагин, это авантюра. Я думаю, что Пастухов прекрасно справится. Единственное, с чем может справиться Пастухов, это назначить Брагина руководить операцией. Впрочем, это ваше решение. Вы знаете, а вот тут не могу с вами не согласиться. Всего вам доброго. И вам. Стесняюсь спросить, а как соединяют обломки позвонков с основанием черепа? Титановыми пластинами. А ты что, Марину на ноги поставил? Давай переиграем. Мы с Мариной голову делаем, мы с Серегой ноги. Потом таз. А Костик на подхвате, а? На сестры? Нам Лену. Вам Полину. Так, ну, начнем. В один момент, коллеги, я понимаю, человек новый. Очень не хотелось бы кого-то обидеть. Вы вообще уверены, что эта операция наш уровень? Марина Владимировна, давайте без комментариев. А? Тем более, что если мы сейчас не начнем, то товарищ умрет прямо на столе. А он все равно умрет. Мой отец дважды проводил такую операцию, и оба раза был летальный исход. Если хотите знать. Ну и что предлагаете? Давайте разденемся и выпьем чаю. Ага. Все, хватит. Погнали. Давайте. Ай-яй-яй-яй. Ну, так. Тихо. Давайте попробуем руку поднять. Ой, не. Что? Тихо. Больно, Марин, да? Да. Так, пиши направление на рентген. Знаешь как? Думаю, да. Давай. Правая плечевая. Плечевая, понятно. Алла Николаевна, в шоковый зайдите. Ну что, написал? Сейчас. Что так долго? Вот. Пишет там, а? В боковой проекции. Они так там знают, что в боковой проекции. Я читал, что так положено. Алла Николаевна, на рентген с результатами потом ко мне. Хорошо. Вещи можете оставить. Да, хорошо. Салам. Салам. Не, я салам. Магомедович Гафуров. Так не познакомились. А, Ян... Александрович... Ян. Очень приятно, Ян. Ну что, пойдем пока в ординаторскую? Пойдем. Ты, кстати говоря, в шахматы играешь, отличник. Так. Подождите, кто? А Полина здесь при чем? Какая Юля Гринякина? А, новорожденная сиротка вот эта, что ли? Ну хорошо, а Пастухова здесь при чем? Не, ну я же говорю, что она на операции. Нет, я передам, конечно, это не проблема. А что передать-то?
Прекрасно. Имеем доступ к основанию черепа. Так. Инномозговом канале отломки второго позвонка. Закрепим здесь. Нет. Нет, именно здесь, Олег Михайлович. Втянули меня в вашу авантюру. Дайте выкарабкаться, а? Хорошо. Здесь пошире. Тише, тише. Понижаем церебральное давление. Евгений. Все идет уже. Прекрасно. Вам мат, Салам Магомедович. Позиция, как в первой партии Алехенко-Пабланко в Буэнос-Айресе. Ты что такой умный? Разрядник? Нет, я просто много читал про шахматы, вот и запомнил. Что ты, все запоминаешь, о чем читаешь, да? Вообще-то да. Я в детстве думал, что это у меня болезнь такая. И стал много читать по медицине. Ну и пошло. Вот, мединститут закончил. Помимо наличия информации, нужно еще правильно уметь ее пользоваться. Все, не хочу больше играть. Давай кофе пить. Да, приемная. Ну, нету Пастуховой. Ну, операция еще идет. Ну, интересно, откуда я знаю? Может, 10 минут, может, 15. А что за спешка-то? Ах, вот оно что. Ой, слушайте, а я вообще не поняла сначала. А я думаю, куда она все бегает и подменяет, всех подменяет. Это она к сироте к этой бегает все время. Ну, надо же. Секундочку, девочки, не вешайте трубку. Что, бабулечка родная, может? Упала я. Ушиблась, голова болит. И куда бы мне присесть, милая? Сейчас, моя хорошая. Салам! Ну-ка, бегом сюда, давай. Быстрей, быстрей. Сейчас. Девочки, вы возьмите у социальщицы этой телефон, а? Спасибо вам огромное. Ага, давайте. Вон доктор идет. Сейчас вас посмотрит. Что у нас такое тут случилось, а? Ну что, упала, ушиблась, самообращение. Да, не переживайте, не переживайте, уважаемые. Мы сейчас с вами пойдем в смотровую, все посмотрим. Ой. Полечим вас, не спасибо, волнуйтесь. Ой. Ну, Полинка, молодец. Сердце в порядке. Давление, пульс в норме. Следим. Так, Полин, у тебя есть в наборе ультразвуковой скальпель? Полин, ты меня слышишь? В чем дело? Простите, пожалуйста, все-таки мне нехорошо, я после ночной. А почему с ночью на такую операцию вышла? Что за самодеятельность-то? Бегом подменяться. Полин, сменись. Простите. Ну? Петрович, как у тебя? Артерию зашили, справляемся. Олег Михайлович, вот скальпель. Спасибо. Пожалуйста. Так, как получили травму? Травму? О, шторы вешала я. Ага, шторы вешали. Значит, с подоконника упали? Или со стремянки? С подоконника. А, понятно. А, со стремянки упала, сынок. Ладно, посмотрим. А когда упали? Сегодня? Упала. Да, сегодня. В котором часу? В котором? Ой, ошиблась я, сынок. Хорошо, вы не волнуйтесь. Просто покажите, где у вас болит. Вот тут вот. Нет, вы пальцем нажмите, покажите, где у вас болит, пальцем. Это как же? Так, не волнуйтесь, посидите здесь, я сейчас приду. Да нету у меня людей больше, нету! Где я вам возьму? Ну и не звоните мне больше! Чего? Нина, бабуля, по-моему, не в себе. Ей психиатр нужен. Да? Это мне психиатр нужен. Я ее даже не оформила. Документы мне, принеси ее. А, точно. Ага. Не нуля. Ау. Где Клавдия Ивановна? Наверху. Ее в операционную. Девочки, Клава у вас? Давайте ее быстро в операционную. К Брагину. Голову пришивать. Угу. Угу. Ну что, выгнали тебя сонную, да? Угу.
У Брагина боевое безумие. Поль, на восьмой этаж поднимись. А что случилось? Да ничего не случилось, нормально все. Спокойно. Все хорошо с твоей сиротой. Социальщики приехали, только что звонили. Ну, знаю я, Поль, ну знаю, ну прости. Дуй давай бегом, может, успеешь. Ой, Нина, спасибо тебе большое, спасибо. Женщина, что вы там носитесь? Идите ко мне сюда. Что у вас? Хомяков здесь? Ну, когда он поступил? Сегодня. Мне из полиции звонили. Ну, есть такой. Что с ним? Ничего, нормально все. Прооперировали. Все хорошо. Можете даже пройти к нему. Не туда! Первая палата. Налево по коридору. О, спасибо. Нет, что. Документы бабули. Митрохина Елизавета Макаровна. Вот так. Ты! Ну, чё пришла-то? Сказал же Димке. Где он? Ну, как где? Домой поехал. Я же сказал ему, чтоб не говорил тебе. Ой. Да ничего страшного, завтра выпишут. Мне же с полиции позвонили. Говорят, Димка здесь, состояние критическое. На мотоцикле, говорят, разбился. Я-то дура примчалась. Бегу, главное, думаю, неужели дал мотоцикл мальчику? Это ты тут, старый ты дурень. Господи. Подожди, что сказали? На мотоцикле разбился? Ну да. Да вам-то что беспокоиться? Отказывают в усыновлении в основном неполным семьям. Ну и, понятное дело, тем, кто состоит на учете. На учете? Да, наркоманы, психи разные, попытки суицида. Вы замужем? Да. Ну и прекрасно. Обращайтесь в органы опеки по месту жительства. Собирайте документы. Мы готовы. Там... Сейчас, секундочку. Вам там все скажут, что нужно. Угу. Пошли, поехали. А куда ее сейчас? Я не имею права давать такую информацию. Ну, пожалуйста. 15-й дом ребенка на Вишняковской. До свидания. Спасибо. Девочки, а у вас одежда мотоциклиста этого? Дима Хомякова. Дима Хомякова, правильно. Да, со скорой, которую оставляли. Вы принесите в приемную нам, тут родители его ждут. Спасибо. Что у вас? Вот снимок, сказали, кости целые. А, это вы рентген уже сделали. Настя, проводи смотровую. Сейчас, подождите. Ян Александрович, ваш больной пришел. Угу. Это что здесь? Гонщик еще один. Такой же летчик. Чего вы так нервничаете? Давайте я вам водички с валерьяночкой. Хотите? Пожалуйста. Давайте. Подросток, 15 лет. Подозрение на сотрясение мозга. Острое алкогольное отравление. Да, бухали. Упал, ударился головой. Да нет. Вроде бы сам. Действительно сам. Собутыльники скорую вызвали. Ну все, давай, мы едем. Ребят, давайте быстрее, а? Мам, только папе не говори. Я ж тебя просила сколько раз, ты ж мне обещал. Ну что ж ты делаешь-то? Ты ж мальчика все-таки посадил на мотоцикл, на этот сволочь ты, господи. Димочка! Дима! Как же так? Вот в Афганистане убили Феденьку, моего сыночка. Ну что, Елизавета Макаровна? Что, милая? А что? Мы же с вами знакомы. Вы уже обращались к нам в прошлом году осенью. Шторы вешали, головой ударились. И что, сегодня опять упали? Да как же сегодня-то? Сегодня с утра я у нотариуса была. У нотариуса? А? И чего, шторы вешали у нотариуса? С Верой Ивановной, а потом
Ничего не помню. Понятно. Вы пока с доктором поговорите, а я еще одного доктора позову, да? Втроем-то оно веселее, правда? Правда. Доктор, а можно побыстрее? У меня все-таки дежурство. Нет, вы теперь на больничном. Пожалуйста, не торопите меня, я заполняю, как положено. Так это ты Димку моего загнал. А ты бы его еще на самолет посадил без прав. Это больница. Тут нельзя драться. Я прекрасно знаю Сергея Анатольевича, он тебя очень любит. Он все время меня подозревает. Ага, в чем? В том, что наркотики употребляю. Ну, ты же не употребляешь? Нет. Тише. Да я и пить не собирался. Как-то само так получилось. Он мне не доверяет. Говорит, что все хорошо, я же вижу. Вы оба пережили ужасную утрату. Сейчас я попытаюсь объяснить. Есть такой замещающий механизм. Человеку очень сложно принять острую боль, и он пытается ее для себя спрятать за выдуманными или реальными проблемами. Понимаешь? А если у него опухоль головы, то что это, выдуманная проблема? Для тебя выдуманная проблема – это твой конфликт с отцом. А для него – то, что ты употребляешь наркотики. Я бы хотел, чтобы он мне всю правду сказал. Я хочу, чтобы со мной говорил откровенно. Чтобы сказал все, как есть. Знаешь, что мы сделаем? А давай я с ним поговорю, а? Ты давай отдохни. Желудок тебе промыли. У тебя все в порядке. Сотрясение, слава тебе, Господи, нет. В общем, попробуй поспать, да? Угу. Давай. Ну как там? Все нормально. А где Куликов? Оперирует. Тань, зайдете в первую смотровую? Там больная ждет. А? Спасибо. Латеральные. Левее, что ли? Я что-то не пойму. Мы, Марина Владимировна, с вами оперируем или паркуемся? А можно без комментариев? Брагин. Я вообще молчу. Ну, курят, не курят. Здесь же полмиллиметра. Спасибо, я в курсе. Жень, что там? Давление, пульс в норме. Живой пока. Ух ты, ну надо же, бывает же такое, а? Диме надо. Где Димочка? Послушайте меня. Его самые лучшие врачи оперируют. Правда? Правда. А сколько еще будет? Сколько надо, столько и будем ждать. Да? Слушайте, ну что вы, ну перестаньте. Ну все, все, ну-ка держаться. Держаться. Все, зашивайте. Я вас оставлю надолго. А то Марина заменишь. А я не устала. А я устал. Стоп, лигатура слетела. Закрепляем. Нет, позже. Лен, быстро шприц. Поторопись, пожалуйста. Готов. Куда вы собираетесь колоть? Я видела, как это делает отец. Все, можем. Omnis regula exceptionis. Из всякого правила бывает исключение. Как там? Как? Скажите, как? Вы кто? Кого вы ищете? Димочка, сын мой там у вас. Дима, понимаете? Вам нельзя здесь находиться. Ну, как же нельзя? Как операция? А вы я мать, скажите, пожалуйста. Очень хорошо, мы сейчас к вам вернемся. Минуточку, подожди. Ну, как же так? Ну, что вы, давай, расскажите. Головой вы ударились давно. У вас уже все прошло. Вот попьете таблеточки. Таблеточки очень полезные. Держите рецепт. Не потеряйте, пожалуйста. Куда вы его положите? О, у меня кармашек карман. Есть. Вот, вот, в карман вот. Положите. Карман. Положите, да, в карман вот. Положите. Да. Вот, Вера Ивановна за вами пришла. Здравствуйте. Елизавета Макаровна, а вы чего тут? С Елизаветой Макаровной все хорошо.
Ее можно забирать домой. По дороге. Я вас прошу, обязательно. Зайдите в аптеку, хорошо? Конечно. Совсем я плохая стала, Ивановна. Спасибо, что ты приехала. Дай бог вам всем здоровья. Дай бог и вам, доктор. Поправляйтесь. Спасибо. Спасибо, доктор. Пойдем. До свидания. До свидания. Дай бог вам всем здоровья. Петя, вы уже закончили? Заканчиваем. Я на минутку в ординаторскую. Петя. Помнишь, ты тогда сказал, что я тогда не хотела умирать. По-настоящему. Как-то все глупо получилось. Но сейчас я хочу, чтобы все было хорошо. Полин, мы должны еще поговорить. Мне пора возвращаться на операцию. Шейнман заходил. Чего ему нужно? Хочет этого к себе забрать, монографию писать. Правильно? Кто-то же должен писать. Это что же мы тут вот? А? У нас тут нет самбат. Коновалы, да, Марина Владимировна? Не отвлекайтесь, пожалуйста. Жень, ну что там? Жизненные показатели в пределах нормы. О, за сколько мы управились? За 6 часов. Винни, Веди, Вики. Пришел, увидел, побелил. Что ты смотришь? Ши давай. Не знаю, цирк какой-то. Что этот Брагин себе позволяет? Хамло. Ну, он такой харизматичный. Ты что, серьезно? Ну, давай еще переспи с ним. Почему тут переспи-то сразу? Ну, пустой. Зеро. Корчит из себя. Ты что, будешь чай или кофе? Я сама возьму, спасибо. Не, ну этот парень, если выживет, я не знаю. Лотерея, конечно. Но врачи они классные, да? Ну, понятное дело, у них поток, они каждый день оперируют, рука набита. Ой, как спина у меня затекла, кошмар. Слушай, тебе дать мою массажистку телефончик? Да не хочу. Не, ну, елки, я прям даже не знаю, ну, хоть в другое отделение переходи. Я его чуть не толкнула во время операции, ты представляешь? Ну, бред! Это меня бесит, блин. Перестань, мы с тобой сейчас чайку попьем. У меня бутерброды с ветчиной. Не хочу. А с сыром? Да не хочу я. Пармезан. Мариш, подожди меня, сейчас я. Олег, что ты к Марине прицепился на операции? Все-таки женщина. В операционной нет половых принадлежностей. А потом, вот скажи мне, Константин, ау. Мужчина – это человек? Человек. А женщина? Человек. Нет, а женщина – это друг человека. А иногда даже средство передвижения. Вот представьте себе, женщина. Собственной жилплощадью, неприхотливая в быту, натура романтическая. Как не переехать, а? Вот, Евгений, скажите мне, пожалуйста, вот ты откуда к нам приехал? Родился в Пизье. Был город этот, давно прославлен именами граждан достойнейших. Значит, ты из Пизы да без визы в центр города Москвы. Садовое кольцо, неплохо. Брагин. Тебя надо в клетке держать и выпускать прямо в операционную. Только там ты можешь что-то полезное принести. А вот, кстати, вот ты не человек. Ты гиена. Огненная. Ой, сынки, заблудилась я. Наверное, в регистратуру. Пойдемте. Елизавета Макаровна. Салон. Да, а что случилось, а? Опять головой ударились? Нет, сынок, рецепт у меня, погляди-ка. Какой? Вроде не та бумага, да? Конечно, не то. Может, чего не то дали, перепутали, я не вернулась. Это же не рецепт, это квитанция, да? А рецепт мы положили в этот карман, давайте посмотрим. Ой, без очков-то я. Вот, вот это рецепт, да, давайте мы обратно его уберем, чтобы не потерять. Запомните, куда положить, да? А квитанцию от нотариуса уберем в другой карман. Хорошо. Хорошо? Вот он будет тут лежать у вас. Какой нотариус? От нотариуса. Дай сюда. Что такое? Какой нотариус? Ты посмотри на нее. Ты ей занимался? Я? Откуда она здесь взялась?
деменция. Старые события помнит, а что вчера, сегодня не помнит. Полгода назад головой ударилась, думала, что сегодня пришла самообращение. Баба, сядьте. Давайте. Присаживайтесь, Елизавета Макаровна, давайте. Ой, Господи. Елизавета Макаровна, вы сегодня были в нотариальной конторе на Смоленской набережной? А по какому вопросу? Олег. Что Олег? Какая нотариальная контора? Ты посмотри на нее, недееспособный человек. А? Вот здесь написано, что вы оплатили квитанцию 1800 рублей за заверение подписи. Ага. А что вы подписали? А? Подписали. Так ведь его... Вы одна живете? Одна, сынок. Как Феденьку-то. У вас, подождите, у вас квартира, комната? Квартира отдельная у меня. Хорошо. И что все-таки вы подписали? Это договор? Нет. Доверенность? Вот так, доверенность. Вере Ивановне справили. Тихо. Так, Аля, нотариальная контора Фролова? А кто это? Помощник нотариуса. Здрасте. Беспокою от вас из НИИ Склифосовского скорой помощи. Хочу проверить, у вас вот была подписана доверенность. Номер реестра 87. Сегодняшнее число, да. Митрохина Елизавета Макаровна. Я это. Да. Доверенное лицо Вера Ивановна. Да, 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 точно. Бездействующее. Ага. Ясно. Спасибо. Елизавета Макаровна, а где эта доверенность? Так отдала Вере Ивановне. Кто такая Вера Ивановна? Ну, это соседка моя, помогает мне. А где она сейчас? Так вот там ждет меня, вот. Салам, проводи Елизавету Макаровну, смотровую я сейчас подойду. Хорошо. Елизавета Макаровна, давайте с вами пойдем там подождем, хорошо? Осторожно, осторожно, держитесь. Подождем там. Что там, Олег? День доверенности на квартиру справа продали. Вот, бабуль, ты действительно тряханулась. Тут участковый нужен. У меня на телефон есть. Займись. Ой, а ты хирургия. Ну, ты диагност. Можешь же, когда захочешь. Быть человек? Да. Тебя Зименская просила зайти, когда ты отдохнешь. Вот так вот. Трудно быть человеком в наше непростое время. Ну, давайте уже успокаиваться. В принципе, спасибо. Все уже произошло. Все уже произошло. Под моим руководством операция прошла удачно. Спасибо вам огромное, доктор. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Период восстановления будет довольно длинным, вы должны быть к этому готовы. Да, ну хорошо, всего вам доброго. Спасибо, держитесь. Доктор, спасибо. Доктор, вы... Здесь все как обычно. Закаты, восходы. И времени, и реки не истощаются, а люди уходят, а люди уходят, а люди уходят и не возвращаются. Здесь все как обычно, ветра и дороги, зимой теплый ливень, метель превращается. Это значит, что ты не выздоровел? А люди уходят. Не выздоровел. Пока нет. И что теперь? Химиотерапия. Но это не приговор, сын. Это лотерея. Но у меня кто-нибудь выигрывает. Да.
каждый второй примерно. Эх, тогда я смог бы все сначала начать. Я бы научился и любить, и прощать. Пока лодку несет река, пока лодку несет река. Пока, 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 пока. Рай, рай.